относиться, когда увидела, что у нее подписчиков 2 миллиона. Ну, я не думаю. Я думаю, что причина, что муж Бородино наверняка отзывается положительно о Марине и в пример ее ставит. Я думаю, что это причина того, что ненавидит другую женщину. Только лишь так можно ненавидеть. Например, Бородина с мужем смотрит эфир, а ее муж говорит: ох, какая красавица Марина, ох, какой у нее характер хороший, ох, какой мягкий. Женщина, которая с ним рядом сидит, сразу возненавидит. Я думаю, в этом причина. Значит, муж Бородиной прошелся положительно по Марине. И это сразу вызвало не